стоит. Я нотекта температура. В определенной температуре. Истур нотект лайку. Определенное время выдерживают. Un pats vienkāršākais termiskais apstrādes veids ir rūdīšana. И самый простой вид, как термически обрабатывать, это закаление металла. Pēc tam viņi met eļļā. Потом его бросают в масло. Strauji atdzesējot. И резко охлаждая. Un tad šis tērauds, viņa molekulas iegūst tādu kristālisku skrēžģi, kubu formā. И тогда металл приобретает кристаллы такие, как кубической формы. Ну, на уровне молекул. На уровне молекул. Un viņš iegūst pavisam cits īpašības. И он приобретает другие качества. Tam materiālam jāiziet ir caur spiedīgiem apstākļiem. Этот материал должен пройти через такие тесные обстоятельства, где давят на него. И... Jā, lai iegūtu noteikts vērtīgas īpašības. Чтобы приобрести определенные ценные качества. Līdzīgi ir ar cilvēkiem. И похоже с людьми. Kā var cilvēku norūdīt? Как может человек закалиться? Грутībās, в трудностях, pārbaudījumos, испытаниях, spiedīgos apstākļos, в обстоятельствах, которые давят на тебя. Neviens no mums, ни один из нас, kas mīlam Dievu, которые любим Бога, neesam pilnībā atbrīvot. Мы не освобождены полностью. Ne no ciešanām, ни от страданий. Не но кадам бедам, не от каких-то бедствий, не но грутим парбаудием, не от трудных испытаний. Jo mūs ticī būs taps pārbaudīt. Потому что наша вера будет испытана. Visiem taps pārbaudīt. Всем проверится вера. Tomēr. Но все же. Dievu vārds kaut ko saka. Слово Божье что-то говорит. Ka tiem, kas mīl Dievu, что тем, которые любят Бога, visas lietas nāk par labu. Все вещи содействуют ко благу. Kad ir šis ciešanas un pārbaudījumi, kada есть эти страдания и испытания, mūsu sirdis var tapt pārveidotas. И наши сердца могут быть преображены. Un nebūs bezgala ilgs tas laiks, kad mums būs jācieš. И не будет бесконечно долгим время, когда нам придется страдать. Tas būs pārējošs. Это переходящий. Un nevienam no mums Dievs neuzliks vairāk, nekā mēs spējam panest. И ни одному из нас Бог не поставит больше, чем мы можем нести. Atcerieties rakstvietu, kur trīs jaunekļus iemet ugunī. Вспомните место писания, где троих юношей бросили в огонь. Tāpēc, ka viņi neatteicās no savu Dievu. Потому что они не отказались от своего Бога. Un viņi tap izglābti. И они были спасены. Dievs neglābj no uguns. Бог не спасает от огня. Viņš glābj tajā ugunī, kad tu esi iekšā. Он спасает, когда ты в огне. Dievs neizglābs no tiem grūtiem apstākļiem. Viņi tev piemeklēs. Бог не спасет тебя от трудных обстоятельств, они тебя настигнут. Bet tajos apstākļos viņš tev izglābs. Но в тех обстоятельствах он спасет тебя. Tāpat ar sāpēm ciešanām. Также со страданиями и болью. Tajās viņš tev glābs. В том он спасет тебя. Viņš izglābs tev. Он спасет тебя. Tikai neapliecina neticību. Только не исповедуй неверие. Nekādā gadījumā. Никаком случае. Viņš tev neatstās un nepametīs. Он не оставит, не покинет тебя. Un Dievu vārds saka, pat ja māte tev pamest, kā maziņu bērniņu. Бог говорит, даже если мама тебя оставит, как маленького ребенка. Viņš tev nepametīs. Он тебя не оставит. Un vēl Jēzus teica. Еще Иисус сказал. Svētīgi jūs esat. Вы блаженны. Ja manu vārdu dēļ. Если из-за моего слова. Jūs vajā. Вас преследует. Jesajas 55. Nodaļa. Посмотрим, Jesaja 55. Глава. Jesajas 55. No 7. Panta. Jesaja 55 и от 7 стиха. Bezdievis, lai atstāja savu ceļu un ļaunprātis savas domas, un lai atgriežas pie tā kunga. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу. Ka tas par viņu apžēlojas. И он помилует его. Un pie mūsu Dieva, jo viņš ir bagāts žēlastībā. И к Богу нашему, ибо он много милостив. Jo manas domas nav jūsu domas.
Мои мысли не ваши мысли. Un jūsu ceļi nav mani ceļi. Не ваши пути, пути мои. Saka tas kungs. Говорит Господь. Par cik augstāks debesis par zemi, no kak neba выше земли. Tik augstāk ir mani ceļi par jūsu ceļiem. Так пути мои выше путей ваших. Un manas domas par jūsu domām. И мысли мои выше мыслей ваших. Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm. Как дождь и снег не сходит с неба. Un tur neatgriežas. И туда не возвращается. Pirms tas nav veldzējis zemi. Но напояет землю. Tu apaugļojas un terpis zaļumā. И делает ее способную рождать и произращать. Kad tā dot sēklu sējējam un maizēdējam. Чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Tāpat tas ir ar manu vārdu. Так и слово мое. Kas iziet no manas mutes. Который исходит из уст моих. Tas neatgriezīsies pie manas tukšā. Оно не возвращается ко мне тщетным. Bet pirms tam ir jāizdara tas, но исполняет то, ko es vēlos. Что мне угодно. Un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīju. И совершает то, для чего я послал его. Slavu Dievam. Slavu Bogu. Vārds ir dzīvs. Слово живое. Tas ir bieži, ko Oskars atkārto. Vārds ir dzīvs. Это то, что Оскар часто повторяет, что слово это живое. Un kā viņš var tapt dzīvs? И как это может стать живым? Tas, ko tu dzirdi. То, что ты слышишь. Tu tam notici. Ты этому веришь. Un ej un dari to. Ты идешь и исполняешь. Jā, pēc šī vārdu. По этому слову. Es atgriezīšos pie 7. Panta. Я вернусь к 7 стиху. Bez Dievs, lai atstāj savu ceļu. Да оставит нечестивый путь свой. Un ļaunprātis savas domas. И беззаконник помыслы свои. Lai atgriežas pie tā kunga. И да обратится к Господу. Kad tas par viņu apžēlojas. И он помилует его. Bet žēlastības laiks nav mūžīgs. Но время милости не вечное. Tas var arī beigties. Это может закончиться. Mēs esam ielikt šeit. Мы здесь поставлены. Lai stāvētu starp debesīm un zemi. Чтобы стоять между небом и землей. Par mūsu zemi. За нашу землю. Par tautu. За народ. Bet katra cilvēka izvēle ir. Но выбор каждого человека. Vai viņš pieņems Dievu vārdu vai nepieņems? Primit li on slovo Božie ili ne primit? Vai viņš ļaus Dievu vārdam izdarīt to darbu, kādēļ Dievs to ir sūtījis? Позволит ли он Слову Божьему исполнить то дело, то дело, которое, из-за которого Бог послал его? Изменить человек дзиву. Изменить жизнь человека. Изменить человек сирде. Изменить сердце человека. Vai neļaus? Или не позволит. Un aizies mūžīgā pazūšanā. И пропадет вечно. Šobrīd varbūt, ka nāksies kā daļa no ierakstu izgriezt. Может, придется какую часть записи вырезать? Espējams. Возможно. Ir apstākļi. Есть обстоятельства. Šādi tādi apstākļi. Некие обстоятельства. Ja tu pienes Dievam savu svēto desmito tiesu. Если ты приносишь Богу свою святую десятину. Jo Dievu vārds saka. Потому что Слово Божье говорит. Ka Dievam desmitā tiesa ir svēta. Что для Бога десятина это святое. Un viņš ir apsolījis. И он обещал. Ka viņš iznīcinās postītāju kukainu. Что он уничтожит это пожирающего, прогонит. Jā. Un nodrošinās tev labklājību. И обеспечит благополучие. Un ja kāds bezdievis, если какой безбожный человек, no pasaules, из мира, lai viņš būtu kas, пусть кто, кем бы он ни был, lai kaut vai tavs darbdevējs, хоть и твой работодатель, centīsies tevi iegrožot, постарается тебя ограничить, ierobežot, ограничить, un mācīt dzīvot pa savam, и учить жить по-своему, ar savu dzīves gudrību, своей мудростью жизни, ar savu bezdievību, своей безбожеством. Tas ir tāpatās, ka bakstīt Dievam ar pirkstu acīs. Это то же самое, как Богу пальцем в глаз тыкать. Un tam bezdievim maz nešķitīs. И этому безбожнику мало не покажется. Viņam kāds laiks ir dots. Ему дано время. Lai viņš var atgriezties. Чтобы он мог покаяться. Bet tev jāzina. Но ты должен знать. Ka tavs Dievs ir daudz lielāks par taviem apstākļiem. Что Бог намного больше твоих обстоятельств. Daudz lielāks. Намного больше. Un tavu ticība taps pārbaudīta. И твоя вера будет испытана.
Un neviens, kas paļaujas uz to kungu, nepaliks kaunā. И ни один, кто уповает на Господа, не останется в стыде. Neviens. Ни один. Lai tas būtu kas. Кто бы это ни был. Kas no jums. Любой из вас. Neviens. Никто nepaliks kaunā. Не останется в стыде. Un šobrīd, es nesaukšu tagad konkrēti, par kur cilvēki iet runa, daži no jums zina. Я не буду называть имен, но кто-то из вас, может, знает людей. Ja es tagad vēlos vienkārši iestāties par šo cilvēku, par viņu dzīves apstākļiem. Я хочу просто во имя Иисуса молиться за эти обстоятельства этого человека. Jā, Jēzus vārdā. Viņš ir šeit. Этот человек здесь. Viņam tagad ir smags pārbaudījums. У этого человека трудная проверка. Un darbdevējs. Darbdevējs spiež uz viņu. И работодатель давит на него. Un es jau teicu, varbūt, ka Dievs grib iedot labāku darbu. Я уже говорил, может Бог хочет дать лучшую работу. Bet Dievs var arī noņemt šo cilvēku no viņa amata. И но также Бог может снять этого человека с его должности. Dieva rokās ir ķēniņa sirds. В руках Бога сердце царя. Viņš var noliekt то сердце по лаби, вай по крейси. Он может как налево, так и направо это сердце подвинуть. Jā. Un kas gan ir cilvēks Dievu priekšā? И что такое человек перед Богом? Kungs Jēzus vārdā. Во имя Иисуса. Kungs, mēs tagad iestājamies. Мы встаем пролом. Par šo cilvēku. За этого человека. Dod viņam drosmi. Дай ему храбрость. Dod viņam drosmi. Дай мужество. Iziet cauri visam bailēm. Пройти сквозь все страхи. Visiem šiem apstākļiem. Сквозь все эти обстоятельства. Jēzus vārdā. Во имя Иисуса. Un nekas tev nespēs uzvarēt. И ничто тебя не сможет nekas победить. Tev nespēs kaitēt. Ничто не сможет повредить тебе. Neviens ierocis, kas vērsts pret tev, nebūs veiksmīgs. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешным. Tā saka tas kungs. Так говорит Господь. Jo viņš ir radījis kalēju. Потому что он создал gan šo kalēju, gan šo meistaru, kas izgatavo ieročus. Он создал и мастера, который создает оружие. Gan ir postītāji, kas šos ieročus var izpostīt. И также, который может уничтожить все эти оружия. Jēzus vārdā. Во имя Иисуса. Kungs. Господь. Tavs vārds ir augstāks par visiem vārdiem. Tvojo imē превыше всех имен. Un mēs turamies pie šie vārda stingra ticība. И мы держимся за это слово твердой верой. Kungs, nekādam trūks ticības. Если кому-то не хватает веры. Lai tā paceļas šai brīdī. Пусть это возрастет. Lai paceļas šai brīdī. Пусть это возрастет в этот момент. Zini, ka tu neesi viens. Знай, что ты не один. Tu neesi viens. Ты не один. Tev neatstās un nepametīs. Tebā ne pakīnīt, ne atstāvīt. Jēzus vārdā. Во имя Иисуса. Slavu Dievam. Slavu Bogu. Slavu Dievam. Slavu Bogu. Par tavu spēku, par tavu elkonu, kungs, paldies tev. Спасибо, Господь, за твою твердую руку, сильную руку. Kas nav palikusi par vāju. Которая не стала бессильной. Lai palīdzētu. Чтобы помогать. Слава Деву. Слава Богу. Halleluja, halleluja, halleluja. Слава кунгам. Halleluja. Слава Деву. Tas bija tāds īsts vēstījums, ar ko es gribēju padalīties. Это такое краткое послание, которым я хотел поделиться. Талак Эдвардс рунас, а? Вар Эдвардс рунас. Седуемс. Окей. Лаби. Упурс. Я. Шис гад рипаш. Этот особенный год. Не только тапец, как Алексей это говорит. Не только потому, что Алексей так сказал. Прикшман šis gads ir ļoti īpašs. Для меня этот год особенный. Šis ir liela pārmaiņu gads. Это год особых перемен. Un kurā brīdī šīs pārmaiņas sākās? И в какой момент эти перемены начались? Tad, kad viņš sākās, es to īsti nepiefiksēju. Когда они начались, я это не зафиксировал, эту дату. Es sapratu vēlāk. Я понял попозже. Mazliet vēlāk. Чуть позже. Un viena tāda lieta. Ja ten tikai vieši. Kadreiz, kaut kāds dažus gadus atpakaļ. Несколько лет назад. Varbūt trīs gadus, varbūt. Может, три года назад. Mēs skatījāmies dievkalpojumu ierakstu. Мы смотрели запись служения.
varbūt, Eduard, ka tu pat atcerēsies, kas tas bija pa sludinātāju. Viņš bija angļu valodīgs, nu, amerikāns visticamāk. Проповедникс из Америки, скорее всего. Un тема bija... И тема была... Apmēram tāda par savu svaidītā pagodināšanu. И тема была насчет почтения помазанника. Джонс Биверс nebija. Šķiet, ka jā. Un es runāju konkrēt par Inesi. Я говорю конкретно об Инессе. Daudz reiz. Много раз. Es esmu viņai nepaklausījis. Я не послушался ее. Maigi sakot. Un tā ir bijusi liela muļķība no manas puses. И это было глупо с моей стороны. Jo zaudētājs palika es vienmēr. Потому что всегда проигравшим оставался я. Dievs nevarēja caur mani izpildīt to uzdevumu, ko viņš gribēja, lai es izdaru. Бог не мог сделать то задание через меня, которое он хотел, чтобы я сделал. Un zaudētājs es tikai dēļ tā vienmēr esmu palicis. Из-за этого проигравшим оставался всегда я. Es to sapratu daudz vēlāk. Я это понял намного позже. Ir jau kā cilvēcīgais. Есть, конечно, человеческая часть. Ko viņa kaut tur iedomājas? Что это? Это с моей стороны так звучало. Jā. Liekas, ka pa daudz. Кажется, что слишком много. Kāpēc citi nevar izdarīt? Почему другие не могут сделать? Zaudētājs es paliku. Но проигравшим оставался я. Un par visiem šiem gadiem. И за все эти года. 15 gadu. 15 лет. Ir pagājuši. 15 gadu. Прошли 15 лет. Šogad bija pirmā reize. В этом году было первый раз. Kad mēs ar manu sievu. Kad mēs ženoj. Tā nopietni izlēmām pagodināt mūsu svaidīto. И серьезно решили показать честь нашему помазаннику. Материала зиня. И в материальной сфере. Es neteikšu ne pa kādām summām, ja trūn, ne, es to neteikšu. Я не буду говорить, да, о каких суммах идет речь. Tas bija tāds laiciņ apakaļ šogad. Это было какое-то время обратно в этом году. Un tas bija tāds moments. Это был такой момент. Pēc tam. После этого. Kaut kas notika. Что-то произошло. Kaut ko Dievs varēja izdarīt ar mūsu sirdīm. Что-то Бог смог сделать с нашими сердцами. Viņš izmainīja manu sirdi. Он изменил моё сердце. Manu domāšanu. Моё мышление. Manai sievai viņš arī kaut ko izmainīja. Что-то в моей жене тоже он изменил. Mūsu kalpošana izmainījās. Наше служение изменилось. Un Dievs var vairāk mūs izmantot. И Бог может больше нас использовать. Lai kalpot citiem. Чтобы служить другим. Lai sludināt. Чтобы проповедовать. Lai mainītos citi cilvēki dzīves. Чтобы изменялись жизни других людей. Tas ir pats svarīgākais. Это самое важное. Lai mainītos dzīves. Чтобы менялись жизни. Lai dvēseles tap glābts. Чтобы были души спасены. Tas ir Dieva uzdevums. Это Божье задание. Es aicinu jūs aizdomāties. Я приглашаю вас задуматься. Par visiem šiem gadiem. За эти все года. Ko Inesa mums ir kalpojusi. Которая служила Инесе нам. Un cik bieži mēs esam, ne, nu, ka mēs esam nenovērtējuši. Tas ir skaidrs, ka mēs neesam viņu novērtējuši. И как часто мы недооцениваем это. Un ar saviem vārdiem un rīcību mēs bieži sagādājuši viņai sāpes. И часто своим действиями, словами причиняем боль. Un viņi tam visam gājuši cauri. И она через все это проходила. Un paturējuši stipru ticību. И сохранила твердую веру. Tas ir bijis ļoti grūti. Это было очень трудно. Jo mūs ir daudz. Потому что нас много. Attiecībā pret viņu vien. По отношению к ей одной. Tas ir smagi. Это тяжело. Reizēm, kad tev kāds viens cilvēks kaut ko sāpīgi izdara, tad иногда, когда один человек тебе что-то больное скажет. Jā, tu sēdi un tāds sadrūms un iekrīt tā kā depresijā. Ты можешь впасть в депрессию и опечалиться. Tu domā, es taču centos, es gribēju kā labāk. И ты думаешь, я хотел как лучше, я хотел. Ну, un man tā kā uzspļauju. Ну, мне как вот плюнули в лицо. Ай, при чём это всё вая? Зачем мне это всё надо? Viņa varēja sen visu pamest. Она могла давно всё это бросить. Es ticu, ka ir pienācis laiks, ka tu tagad sāks saņemt augļus, ka tavs acis redzēs. И я верю, что наступает время, что ты начнёшь получать плоды, что ты увидишь. Piepildīsies visi tie pravietojumi, kas tev teikts. Что начнутся исполняться пророчества, которые говорили тебе. Ka šis laiks ir tu ļoti. Я верю, что это время очень близко. Padomēt par to.
Подумай об этом. Varbūt arī jūs varat kādreiz sagatavot un pagodināt viņu. И вы также можете когда-то можете приготовить и почитать, показать честь. Nav šupurs Dievam, tas ir viens. Приношение Богу это одно. Bet var tādā veidā pagodināt arī savu svaidīto. Но ты таким образом можешь также почитать своего помазанника. Šobrīd. На данный момент es aicinu. Я приглашаю. Sagatavojiet savus upurus, ko jūs esat paņēmuši līdzšodien, jo Dieva vārds saka, nenāc pie Dieva ar tukšām rokām. Приготовь жертву, которую ты приготовил сегодня, чтобы принести Богу, потому что Слово Божье говорит, не приходи к Богу пустыми руками. Bet, ja kādam nav līdz, но если даже у тебя нет с собой ничего, tu var paņemt, uzrakstīt uz lapiņas. Ты можешь на листке написать. Dievam apsolījumu. Обещание Богу. Отнеслись тадам-тадам датумам. До такого числа принести. Тиг-тиг наудень. Только и только.